день, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня вы отправляетесь со мной в путешествие в город Луксор. Город Луксор находится в Африке. Вот мы сейчас едем туда, по берегу моря и по пустынной местности. Дорога прекрасная. Которые строили фараон Аменхетепен, фараон Тутанхамон и Рамсес II. Аменхетеп строил вот храм на храм, потом Тутанхамон тот самый высокий, 14 колонн, Рамсес строил верхний вход, верхний зал, 6 статуи, 2 обелиска и аллея Сефин Казафа. Наверху храм мечети мусульмане, а внутри храм церковь православная. Много раз я сказал, здесь много храмов. Сегодня нам по воздуху, сегодня немножко прохладно, потому что климат всегда в Луксоре тепло или жарко, здесь зимой тепло, да, то есть так. Когда у вас зимой холодно, здесь зимой тепло, что значит зимой тепло? Это очень хорошо для здоровья, сухая погода. Налево смотрите, самый старый, самый дороже, самая известная гостиница в Луксоре, Winter Palace по-русски, зимний дворец. 143 года назад хозяин гостиница, который налево, раньше был король Египет, Мухаммед Али и его семья. Авиационные сутки налево стоит $1000. И Royal Suite с золотой кроватью сутки налево стоит $3000 и 50 тысяч фунтов. Всегда прохладно без кондиционера, потому что построен из дерева кедра, камни известняк, огромный зоопарк, 4 огромных бассейна. Всегда-всегда занято. Еще раз. Направо река Нил, а в Нил больше 600 кораблей. Самый огромный большой храм в мире. После храм Карнак кататься по городу, отдыхаем немножко, потом кататься в Аниру, Корвиз в Аниру. Можно смотреть город Луксор через Нил. Пацанышка сад Луксор посмотрим, Банана остров, где крокодил. После Пацанышка сад, город мертвых на западе, там посмотрим на Колосс и Мемнона. Самые большие статуи в Луксоре 18 метров, 700 тонн, монолит Бешанка. На древнюю, где живут и крестьяне, настоящие египтяне, покажу вам, как своих жизнь работал. Храм Хатшепсут, самая первая женщина фараона, самая первая здание в мире, которое построено 3 этажа. Сколько? 3700 лет назад. После храм Хатшепсут, гробницы, где хранили фараон, семьи фараона. После гробницы обратно сразу в Хургада. Мы уже пришли вот направо, 700 метров направо, Карнакский храм, а вот налево новый зал, меньше 10 лет назад строили. Сначала внутри зала налево макет храм. Сначала налево макет посмотрим, потом храм. Это всегда наш автобус до конца. Сумки меньше оставляйте в автобус, только с собой возьмите камеру. Фотоаппарат. Дорогие, внимание, пожалуйста, немножко. Thank you.
классно.